Привет, любители компьютерных игр! В этом видео поговорим о хороших RPG-шечках с очаровательными и открытыми мирами, в которых легко заблудиться. Миры в этих RPG станут для вас чем-то родным. Одни уведут своими очаровательными видами, а другие заставят забыть о сюжете и заниматься другими делами. Я подобрал игры таким образом, в которых одиночный режим является основным, так что никто не будет мешать вам наслаждаться приключеньками. Ну что, готовы? Тогда ставим лайк и погнали! Dragon's Dogma Dark Horizon – динамичная и масштабная игра в жанре RPG, где ты отправишься в невероятное и очень опасное приключение. Игра уже на своей стадии собрала массу положительных отзывов и множество поклонников по всему миру. Весь игровой процесс основан на масштабных шахматах, где тебе предстоит обдумывать каждое свое действие, чтобы не стать жертвой случая. Ты сыграешь роль главного героя, который возьмет под свое усмотрение боевую команду пешек, которых будет постепенно тренировать, тем самым усовершенствуя навыки и возможности в боевом искусстве. Здесь имеется также и многопользовательское прохождение, где у тебя будет возможность общения с игроками по всему миру. Есть возможность обмена собственными пешками, тем самым укрепляя свою армию все больше и больше, делая ее уникальной и непреодолимой. Здесь каждая мелочь будет иметь значение. Даже вес брони может повлиять на исход того или иного сражения. Kingdom Come Deliverance – захватывающая ролевая игра на тему средневековья, где ты можешь почувствовать себя настоящим гладиатором и отправиться на поле боя, сражаясь с врагом один на один. Эта игра предоставляет для тебя массу возможностей. Иди куда хочешь, делай что хочешь, выполняй миссии в удобном для тебя порядке. Здесь ты можешь не только вести боевые действия со своими соперниками, но и стать работником одной из многочисленных профессиональных отраслей того времени. Игра также является поучительной, ведь здесь переданы истории, которые существовали на самом деле. Ты можешь оставить все как есть, либо изменить ход событий. Все зависит только от твоего решения, но будь максимально внимательным. Здесь ты сможешь стать как на сторону зла, так и на светлую сторону. Будь беспощадным бандитом или величественным воином. Решать только тебе. Ведьмак 3 – не новая часть популярной игры в жанре RPG, которая собрала многочисленных поклонников по всему миру. Каждая новая часть игры удивляла своих пользователей все новыми и новыми фишками, а также нововведениями. Здесь значительно улучшена графика, теперь ты сможешь почувствовать себя в атмосфере реальности. Огромным плюсом Ведьмака является то, что последующая часть становится все лучше и лучше, что редко бывает в игровом мире. Здесь нужно помнить о том, что каждый выбор и принятое решение будет влиять на ход событий и последующую жизнь главного героя. Мир игры огромен, красив и открыт для каждого, а также преподносит массу возможностей и интересных развилок сюжетной линии. Здесь ты можешь заняться всем чем угодно, но главное не забывай о своих боевых способностях. Игра порадует красивой прорисовкой и интересным сюжетом, который способен захватить любого игрока с головой. Dragon Age Inquisition – приключенческий проект, исполненный в RPG жанре, где ты попадаешь в 3D мир и узнаешь захватывающую историю, связанную с главными героями. Здесь присутствует все – интересная линия сюжета, хорошо проработанная графическая составляющая и увлекательный геймплей. От твоего выбора будет зависеть исход событий, поэтому будь внимательным и подходи к решению с особой осторожностью. Ты попадаешь в огромный мир с массой опасностей, где одолеешь жутких монстров ради достижения поставленной цели. Окружающая вселенная действительно притягивает и издает некое волшебство, где обитают огнедышащие драконы и мифические существа. Ты сможешь выстраивать различные здания, а затем с легкостью их разрушать. Также в твои возможности будет входить владение всевозможными средствами убийства, которые помогут тебе в сражении с могущественными врагами. Pillars of Eternity 2 – легендарное приключение, где ты отправляешься в необычный мир. Игра была исполнена в классическом стиле RPG, где также будут присутствовать тактические элементы в бою. Игровой процесс основан на прохождении различных испытаний, ловушек и одолению коварных соперников на пути. Тебя ждет потрясающий, фантастический мир квестов, каждый из которых подарит только положительные эмоции от прохождения. Чтобы добиться поставленной цели и дойти до финальной черты, от тебя потребуется улучшение навыков и преимуществ героя, тем самым делая его более сильным перед соперниками. Каждая локация будет продумана до мелочей, а мир вокруг подлежит покорению и исследованию. Всех любителей подобного жанра точно порадует наличие сюжетной линии, которая имеет нелинейную историю с неожиданными поворотами событий. Твоя основная цель – разгадать загадку, что сделать будет очень интересно, но в конечном итоге ты сможешь спасти мир. Отправляйся в далекое путешествие по суше и морю, исследуй каждую частичку и находи для себя что-то полезное, раскрывая тысячи тайн.
Kingdom of Amalur: Rare Recording. Action RPG, где мы отправляемся на просторы фантастического мира с видом от третьего лица. Главным преимуществом проекта является наличие полностью открытого окружения, в котором есть возможность учиться, заходя в самые потаенные уголки. Все события происходят на большой планете, жители которой разделились на несколько фракций. Сюжетная линия расскажет о смерти главного героя, которого вскоре получилось воскресить, с чего и начинается основное приключение. Основа игрового процесса заложена в диалогах, где любые действия и принятые решения будут иметь последствия. Тебе нужно подключить тактические навыки и смекалку, которые станут верными товарищами на пути к успеху. На пути игрока ожидает масса неожиданных поворотов, покрытых пеленой мрака, тайн, а также оппоненты, жаждущие его смерти. Будь сосредоточен на том, чтобы постоянно развивать таланты, которые помогут в будущем справиться с более сложными миссиями. Мир игры огромен и непредсказуем, что делает основной геймплей еще более интересным, но в то же время и более сложным. Warhammer Vermintide 2. Отличное и захватывающее приключение, которое является продолжением первой части, где все действия будут происходить с видом от первого лица. Игровой проект частично рассчитан именно непосредственно на кооперативное прохождение, где ты будешь исследовать мир и сражаться с представителями вражеской силы вместе со своими друзьями, либо реальными игроками со всего мира. В твою команду одновременно может входить до 4 человек, вместе с которыми ты встанешь на путь сопротивления. Для начала тебе предстоит сделать нелегкий выбор между сразу 5 различными героями, каждый из которых отличается как внешними, так и внутренними характеристиками. У каждого представленного персонажа имеется сразу 15 умений, которые ты сможешь всячески развивать. Старайся действовать быстро и правильно, выполнять все необходимые миссии и задачи, а также одолевать многочисленных соперников и препятствия на своем пути. Внимательно подойди к изучению древа навыков, ведь задание будет становиться все сложнее, а враги могущественнее. Стань самым настоящим героем и спаси мир от зла. Сибнаутика – новое пополнение в ряду игр на тему исследования морских просторов. Здесь ты сможешь в полной мере насладиться красотами подводных глубин, которые скрывают в себе множество тайн. Игра является хорошо проработанной RPG по совместительству с песочницей. Ты будешь играть за молодого человека, который всю свою жизнь посвятил исследованию необъятного мира океана и морей. Ты будешь бороздить просторы океана, обыскивая каждый его уголок и находить полезные предметы, заброшенные корабли, а также исследовать каждый камушек и растение. В своем арсенале будут самые крутые плавательные средства, а также всевозможные технические оснащения. По мере протекания сюжетной линии у тебя будет возможность построить и постепенно усовершенствовать собственную субмарину, которая поможет тебе в передвижении по морским просторам. Fallout New Vegas – не новая часть, популярная на весь мир игры, где ты отправишься в мир, который пережил апокалипсис, и станешь бороться с массой проблем, опасностей и препятствий, которые будут постоянно встречаться на твоем пути. Постепенно проходя игру, ты будешь заниматься исследованием окружающего тебя пространства, чтобы пополнить свой боевой арсенал полезными предметами, ресурсами, оружием и пропитанием. Кроме того, тебе необходимо заняться обустройством собственного убежища, которое должно быть максимально защищено от нападения со стороны жестоких соперников, которые постоянно будут внедряться в твое личное пространство. Старайся найти как можно больше единомышленников, вместе с которыми ты возьмешься за обустройство собственной базы и пополнением арсенала. Повсюду бродят толпы вражеских группировок, которые бороздят просторы разваленного мира в поисках наживы. Ты должен быть готов к самым опасным ситуациям, чтобы сохранить собственную жизнь и жизнь своей команды. The Elder Scrolls 5 Skyrim VR. Модификация популярной игры, которая стала лучшим представителем жанра RPG с видом от первого лица. Здесь тебе предстоит отправиться в фантастический мир с различными ответвлениями по линии сюжета, где у тебя будет масса возможностей и интересных миссий со сложными испытаниями. На этот раз твои ощущения от игрового процесса станут более реалистичными, так как ты сможешь очутиться в игре с помощью специально предназначенного устройства – очков виртуальной реальности. Именно это устройство позволит тебе с головой окунуться в мир драконов, магии и сопротивления, где ты будешь совершать подвиги, либо примешь вовсе другую сторону, которая называется сторона зла. Отправляйся в бесшовный мир, где ты будешь вести борьбу со свирепыми драконами и жуткими созданиями, которые будут делать все возможное, чтобы ты не достиг поставленной цели. От тебя будет зависеть жизнь империи и ее жителей, поэтому старайся проводить свои замыслы внимательно и осторожно, опираясь на рассчитанную тактику. Ты сыграешь роль отважного героя, который узнает о своих особенностях. Эти особенности помогут ему сразить самое могущественное и полное жестокости зло, которое называется огнедышащий дракон. Таков был мой топ-10 игр с открытым миром потеряшек. А какие еще одиночные RPG с открытым миром вы считаете лучшими? Пишите свои варианты в комментариях, и я обязательно их добавлю в следующий топ. На этом вроде как все. Спасибо за просмотр и всего хорошего.